Ну вот, поймал рой, теперь сажу его на лощину. Это диафрагма с краю стоит, ограничивающая доска. Полнометная рамка. Свежий медок майский. Рамочка суши. И пошло 5 вощинок. 5 вощинок. Это лощина. А это рамочка медоперговая, тоже свежая, взятая из семьи, из которой вышел рой. И рамочка суши на край под мед. И ограничивающая доска. Все. Гнездо собрано. 5 вощин. 2 рамочки с медом пергой. А теперь из района высыплю рой. На эти рамочки. И все, голубушки, будете жить и работать. Сейчас потихоньку его вытряхну на рамки. Рой вытряхиваю вечером. Где-то 21 час. И все отлично. Ни одна пчела не жалится. Вообще абсолютно спокойно себя ведут. Вот сейчас потихоньку с дымком их туда всех загоним. В улей вытряхнем. Вот и все. Весь рой на рамках и булье. Сейчас их тут всех загоним, сметем. Закроем. Сейчас так потихоньку смету всех туда. Я сейчас холстиком закрою. На холстик утепление положу. Крышку. И все готово. Вечером посадил рой. Вечером посадил, а сегодня они днем облет сделали. И теперь все хорошо будет работать нормально. А это когда рой садил на рамки. Какая-то часть пчелы. Стенку. Сейчас с дымком, пером туда загоним в леток, и все, и хорошо. Вот так. На одну лощину 2 рамки. Мед перга и 2 рамки суши. А, 5 листов лощины. Вот и все. Через неделю проверяем. И гнездо расширяем постепенно. Счастливо трудиться вам, голубушки.